один я Новый год встречаю. Все, ко мне дочка из Москвы с женихом приезжает, знакомиться будем. Да не надо приходить, будешь сидеть мне трындеть здесь, зачем ты мне нужен? Все, я тебе сказал. Все, позвонит Григорьевич, так и скажу. Так, где мое зеркало сейчас? Значит, Валера, прояви гостеприимство кубанское, выслушай человека, прислушайся, так сказать. Валера, в глаза смотри. Пап, мы приехали. Здравствуй, доченька, здравствуй, моя золотая рыба моя. Познакомься, папа, это Сережа из Москвы. Пусть заходит, надеюсь, он не болтливый. А ты давай на стол накрывай. Ну, садись, рассказывай. Я тебе так скажу. Тебе девка хорошая досталась. У нее мать, знаешь, какая? Стройная, красивая, длинноногая, грудастая. Ну, папа, она же не такая. Не лезь в мои фантазии. Викуся у меня на руках выросла. У нас тогда квартиры не было. Обидишь, Вика, иди сюда. Слушай, переживаю я за него. Почему? Выпил я. Ну, пап, пообщайтесь с Сережей. На чем мы остановились? Вот ты горишь все деньги в Москве. А что в Москве? Давай проведем эксперимент. Вот выкладывай все, что у тебя в карманах есть. Вот теперь я, смотри. Допустим, нету. Но эксперимент-то еще не закончен. Это как Олимпиада в Сочи. Денег уже нет, но эксперимент-то еще не закончен. Вот ты говоришь, демократия. А что демократия? Вот я служил в Камбодже, там мэр в реке утонул, и никто ему слова не сказал. Вот это демократия. Что ты трындишь мне вот это полицию в милицию переименовывать? Ну и что же переименовывать? Я тебе так скажу, полицейские в России уже давно есть. Просто они лежачие. Их надо на ноги поднять, понимаешь? Ладно, эй, ладно, посижу еще с тобой. Я твою позицию понял. Вот ты говоришь, Мутко. А что Мутко? Я не понимаю, почему человек в Швейцарии должен по-английски разговаривать. Человек прилетел, одетый, туфли, галстук, все, трезвый. Вы ему хоть за это спасибо скажите, вот. Сидишь, ты тут трындишь без остановки, машины у нас плохие. Кому нужны хорошие машины, если у нас дороги плохие? Ты говоришь, у нас дороги плохие, а кому нужны хорошие дороги, если у нас машины плохие? Замкнутый квадрат получается. А знаешь, почему квадрат замкнутый? Потому что у них в Тольятти даже круг замкнуть не получается. Вот был бы я директор АвтоВАЗа... Ой, на себе не показывай, лети, лети. Никого не зацепи. Кем Сережа работает? Сережа мерчендайзер. Он хоть русский? Русский. А то у меня сосед еврей, а так сразу не скажешь. А он сразу и не сказал. Ты, кстати, не еврей, а то я смотрю, у тебя язык подвешен, сидишь мне тут. А что ты заладил мне вот это, Викиликс, Викиликс? Что Викиликс? Ну, выложили они эту секретную информацию. Что тебе от этого хуже стало? Нет, мне хуже стало? Нет. Викусь, у тебя там все нормально? Да. Ты говоришь, плохо. Да помолчи ты две минуты, сидишь, трындишь мне. Вот это Аршавин, Аршавин, что Аршавин? Вот у нас Топко в Кубани 20 лет играет, вот это стабильность. А стабильность в Кубани признак чего? Глупости. А ты мне брынчишь, вот этот трындишь, футбол, футбол. Что мне твой футбол? Я тебе так скажу. Я хочу, чтобы наши Бразилию победили. Но не футбол. Чтоб война началась и наши победили. Сидишь, вот ты говоришь, Казахстан, Смоленск, Воронеж. А я тебе так скажу. Смоленск и Воронеж – это не Казахстан. Вот начнется голод, кто Москву кормить будет? А, Кубань, на, держи, Москва, все, эксперимент закончен. Вот ты мне трындишь, а я вчера в нашей газете «Краснодарский трутень» прочитал в рубрике «Прикинь», прочитал, что Путин на пианино играет. Нравишься ты мне!
Хороший ты пацан. Пап, нам уже ехать пора, у нас самолет. Так давай вставай, а ну. Виктория, встань рядом. Любишь его? Да. А ты любишь ее? Только не надо мне ля-ля-ля-ля-ля сейчас вот это. Вижу, что любишь. Так, чтоб через год мне внука сделали. Успейте. Ладно, сам вас в аэропорт отвезу. Валер, заводи машину. Валера, куда ты поехал, Валера? Сереженька, ты что ему такого сказал, что так ему понравился? А вот ты говоришь семейный быт. А что семейный быт? А что не Тарас? Ипотека, ипотека. Дорогие друзья, к этому финалу мы подошли очень серьезно. И поэтому подготовили сразу три версии новогоднего фристайла. Уважаемый Александр Васильевич, мы доверили право выбрать именно вам. Вот там три версии. Спасибо, спасибо. Открывайте. Ага. Робин Гуд. Александр Васильевич, это, наверное, какое-то недоумение, там, происки там кого-нибудь. Ну, попробуйте еще. Там есть... Надо. Я даже третью открывать не буду. Робин Гуд. Ну, Робин Гуд так Робин Гуд. Новогодняя сага о великом разбойнике Робине Гуде. Где-то в Шервудском лесу. Робин Гуд к нам мчится. Скоро все случится. Будем веселиться. Но опять шерифа манит, деньги все заберет. Привет, нищеброды. Приходит Робин Гуд к вам. И можно свободно грабить, петь, играть на дудках. Я кыргызский Робин Гуд. Я отбираю деньги у богатых и отправляю их на родину. Эй! Где леди Мэриан? Ненавижу 12 век, краткосрочные все отношения. И 10-го парня за год забрала стерва без разрешения. Забрала, чума забрала. Леди Мэриан! Я леди Мэриан! А это тогда кто? А это моя аватарка в Инстаграм. О, пристрастная Мэриан, что случилось? Шериф Ноттингемский вообще озверел. Он вел налог на землю, на воздух и на гласные буквы. Леди Мэриан, бегите, тут небезопасно. Мои лесные братья, предлагаю выпрыгивать из кустов и грабить богачей. А я предлагаю выпрыгивать из кустов и грабить всех подряд. А? Ну? Слышали? Кто это? Это русские. Что русские делают в Англии? Ну, кто-то учится, кто-то прячется. А, я прошу прощения, кто учится? Дети тех, кто прячется. Робин, беда, Робин, беда! Что случилось? Шериф Ноттингемский схватил твою Мэриан и хочет ее. Что? Господи, что? И хочет ее? Не бывать этому! А в это время в замке шерифа Ноттингемского... Вокруг меня народ дрожит, давно уже устал палач. Верный палач рубит голову, ай да упаду, голову, ай да упаду, ау, ау! Эй, шериф, пока ты тут поешь, у тебя в округе лесорубы целуются. Как же достали эти дровосеки. Иди разберись с ними. О, прекрасная Мэриан, девочка моя! Если ты бросишь своего Робин Гуда, я озолочу тебя. Я достану для тебя лучшую в мире косметику. Не надо мне никакой косметики. Надо, Мэри, ну надо. Ну чё ты, блин, ну чё ты пошёл ты? Ага, вот ты где, мерзкий шериф, готовься к смерти. Смотри, дракон. Готовься к смерти. Подожди, давай решим всё на турнире лучников. Вот умеешь уговаривать, а? Жители Англии, встречайте участников турнира! Лучник из Локсли, лучник из Ноттингема и подкаблучник из Лондона! Он не будет участвовать! А, мужики, давайте сегодня без меня, потом скажешь, кто выиграл. По правилам турнира я достанусь победителю! Подожди, это же ежегодный турнир. Угу. Ты... Ты
Ты что, каждый год кому-то достаешься? Хватит болтать! Давай стреляй! Я лучший в мире лучник. Я с 50 шагов могу попасть в зрачок Билана. Подожди, ты поменьше цель не можешь выбрать? Ну тогда в яблоко. В яблоко, так и в яблоко, давай! Стреляй! Мэриан, не беспокойтесь! Да! Не туда попали! Ты тоже, блин! Он ранил девушку! Катить его, а его приспешников повесить! Подождите, стойте! Подождите, прекратите постановку! Друзья, вам не кажется, что для победы в финале юбилейного сезона КВН этого недостаточно? Нам нужны какие-то чемпионские фишки. Вспомните, те, кто хотел выиграть, в финалах выходили как-то празднично, в смокингах. Я сказал празднично. А затем на сцену выходила массовка. Девушки, качки, дети, старики. Все это... Кто это? Сам же сказал, девушки, качки, дети, старики. Ну. Да нет же, нет, нам нужна нормальная массовка, чтобы спустился огроменный баннер. Все должны танцевать синхронный танец, размахивать флагами, а потом с потолка должен пойти снег. И, конечно же, в самом конце чемпион, уходя из КВН, как-то необычно прощался с Александром Васильевичем. Эй! Подожди! Александр Васильевич, вот и настал момент прощаться. Знаете, многие КВНщики, уходя, обещают, что вернутся. Как вы видите, я вам этого обещать не могу. В общем, Александр Васильевич, с Новым годом вас, с новым счастьем. Эй! Рубить будешь? Шею чуть побольше оставь. Медаль же надо куда-то повесить. Дорогой Александр Васильевич, знаете, у кыргызов есть пословица, которая переводится как «Из книги памяти невозможно вычеркнуть слова, которые написаны душой». Спасибо вам за эту прекрасную книгу, Александр Васильевич. И еще, возможно, вы не заметили, но все эти 4 года в каждом нашем выступлении была песня, которая была посвящена именно вам. Ну что, пацаны, все? Все, все. Как жаль, что все прошло, и если в чем-то нам не повезло, так это в том, что мы не вернем эти дни, гаснут огни, и пусть тернист был путь, и мы хотели свернуть, но продолжили путь. Сквозь время и через расстояние мы вспомним с трепетом миг прощания. И будет каждый из нас готов услышать магию слов, трех этих слов. Мы начинаем КВН. К финалу команда КВН «Город Пятигорск» подготовила незабываемое шоу. Когда приходит год молодой, а старый уходит прочь, не досвершится мечте любой, такая уж эта ночь. И Новый год, что вот-вот настанет. Кабум, 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 кабум.
А, это шоу? И как оно называется? Спарта – сборная пропасти? А у тебя картина Репина «Бурлаки на Ольге». Слышь, отморозь, пургу не мети. Что вы стоите? Вы же мужчины. Мужчины 2 года за ее спиной простояли, прошушукались. Да что ж ты такая злая? Да потому что это финал. И тут надо рвать зубами, а не мять деснами. Вот именно, Уля, финал. И если мы из-за тебя проиграем, мы больше никогда не соберемся. А если, Катя, мы из-за тебя проиграем, мы обязательно соберемся, да. На 9 дней, на 40 дней, да. Это угроза? Поэтому для всех лучше собраться сегодня и выиграть этот финал. Понятно? Да! Поехали! Друзья, нигде так не ждут Новый год, как в детском саду. Ну а такой ребенок наверняка был в каждой группе. Так, дети, здравствуйте, Картункова в угол. Зачем я еще ничего не сделала? А что, мы ждать будем? Иди. Картункова в угол, Картункова. Так, все, тихо, ребятки, сейчас мы будем разгадывать загадки. Ножницы, огурец, расческа, груша. Так, Картункова, ну если ты самая умная, может быть, ты нам загадку загадаешь? Лайт и кусает, потому что ее никто не раздевает. А? Кто это, а, Екатерина Ивановна, а? Ты у меня останешься без запеканки? Пофиг! А вот Дедушка Мороз придет на Новый год и спросит, кто себя плохо вел в этом году? И что ты скажешь? Толик. Какой Толик? Сердюков, прикинь! Так, ты у меня весь день в углу простоишь. Все, детки, тихий час, всем спать. А кто не будет спать, поставлю в угол Картунковой. Когда на Новый год Дед Мороз поздравил всех и подарил подарки, он возвращается домой, где его ждет любимая жена. Хо-хо-хо! Ну давай, рассказывай, где ты был? Подарки дарил. Подарки, зашибись. Я, значит, партию китайских игрушек взяла, думала, перед Новым годом денег заработаем. Он взял их все, раздарил. Но это же дети. Дети? Это дети, да? Я год работаю, он за ночь все выносит. Я год работаю, он за ночь все выносит. Год работаю, за ночь все выносит. И так 2013 раз. Ну работа у меня такая. Устроился он на работу. Сутки через 364. А что ты летом не работаешь? А нет, летом работаю. Ты что, гардеробщица? Ты посмотри на себя. 40 лет ты выглядишь как дед. Ты до такой степени выглядишь как дед, что я тебе не дочку, а внучку родила. Мам, ты звала? Звала. Вот ты мне, Снегурочка, скажи, ты кем хочешь стать? Не знаю. Не знает она, слышишь? А что ты умеешь делать? Хороводы водить. От кобыли 28 лет, она хороводы умеет водить. Уйди с глаз моих. Ходит он в этом пальто и в валенках, выглядит хуже, чем пленный немец. Да зато меня дети любят и уважают. А не эти ли дети про тебя стишок сочинили? Здравствуй, Дедушка Мороз, борода из ваты. Ты подарки нам принес, любим, уважаем! Дамы
и господа, прослушайте новогоднее обращение к женщинам Российской Федерации. Без тебя все ненужным стало сразу без тебя. Здравствуйте, девушки, женщины, бабоньки. Вот уже 3 часа, как наступил первое число, а это значит, мы можем поговорить без мужиков. Девчули мои, на ближайшие 10 дней именно нам предстоит стать сильным полом. Но ведь жалко, мужиков не вывозят, они. Вот говорят, нужно повышать рождаемость. Давайте разбираться. Женщине за рождение второго ребенка дают, правильно, 300 тысяч рублей. А первому мужику, который родит, $1 000 000. Я не пойму, вы кого стимулируете? Хочу обратиться к женщинам от 60 и выше килограмм. Сестры. Вот вы спрашиваете, как похудеть, может не жрать? Я вам как на духу скажу, я столько перепробовала, все такое вкусное. Ну как не жрать-то, а? И закончить хотелось бы свое обращение словами жены великого Сократа. Ой, это он на людях такой умный. Спасибо. Ну и сейчас хотелось бы обратиться ко всем мужчинам. Мужчины, берегите женщин, балуйте женщин, не обижайте женщин. Ну, хотя бы сегодня, ну хотя бы вы, ну хотя бы меня. Спасибо, спасибо. Команда «Говорит город Петербург». Сняли столько фильмов про супергероев, но где же фильм про российского супергероя? А, вот же он. Где-то на секретной базе. Наконец-то получилось! Мы создали первого российского супергероя! Сынок, ты теперь работаешь на правительство! Подпиши договор! Даже не прочитаешь? Ай! Капитан Авось. Дороги! Больницы! Кино! Один пароль для всего! Делай все на авось. Авось. Снаряжение при тебе? Да, вот мой трофей из Вьетнама. Щит-звездочка. Помогает от всего. Но мне бы оружие. Оно есть. Болт предков! Но зачем он мне? Авось пригодится. Ну что, пора начать борьбу со злом. А самое главное зло в России – это суеверие. В стране орудует банда суеверий. Они прокляли Моргенштерна, наступили на ногу Кудряшову, перебежали дорожку Диме Билану. Авось, правительство России полагается на тебя. На следующий день Авось поймал банду суеверий. Это было несложно. Если бы это было сложно, он бы их не ловил. Наконец я поймал всех тех, кто приносит несчастье россиянам. Баба с пустыми ведрами. Человек, разбитое зеркало. Свистун, уничтожитель денег. Чубайс. Последние двое работают в паре. Теперь вы будете сидеть здесь пожизненно. А ты, черная кошка, по 9 жизненно. Ты что, правда думаешь, что если ты уничтожишь нас, плохие приметы, исчезнут все проблемы в России? А вдруг? Ну ничего, мы же ему отомстим. Конечно, у нас уже созрел план.
новогоднюю ночь на экранах страны не будет президент говорить свою речь, а появимся мы. Мы покажем им меня, человека разбитое зеркало, и тебя, женщина-ведро. Не называй меня так, пожалуйста. Может, вы забыли? Но мы в тюрьме. Ну это же авось. Наверняка он положил ключ где-то под ковриком. Под ковриком его нет. Черт! Он прямо на ковре. Yes! Тише, тише, тише. Счастье любит тишину. Yes. Но не так тихо, а то мент родится. И отоприте карцер, там самый страшный из нас. Ребенок? Это не просто ребенок, это ребенок без души. Когда он был младенцем, его мать выкладывала его фотографии без смайлика на лице. Ну что, как назовем нашу команду? Ведь как корабль назовешь, так он и поплывет. Черт, корабль! Баба на корабле к беде! Беда не приходит одна! В смысле? В коромысле! Хватит болтать! Вперед! На том самом месте, где президент России Владимир Владимирович Путин записывает новогоднее обращение. Вроде все готово. А где ребенок без души? Он не смог прийти, но прислал на замену еще более ужасного подонка. Пожиратель с ножа! Черт! Кажется, у нас гости! Хоть бы не авось! Хоть бы не авось! Хоть бы не авось! Перестаньте меня вспоминать! Я смотрю, у вас новенький. А где твоя команда? Просто все мои помощники заняты. Тяп-ляп кладет дорогу. Халтура снимает голубой огонек. Халява не пришла. Тебе конец! Как ты в меня попала? Я стреляла на авось. Вещь! Что ты такое? Это Чубайс. Его суперсила — живучесть. Тогда придется драться в моем коронном стиле, спустя рукава. Моим же оружием! Ну что, авось, приготовься стать авоськой! Все равно добро сегодня победит. Да с чего ты взял, что ты добро? Люди полагаются на тебя и не делают прививки. Из-за меня как раз делают. Авось, квартиру выиграют. Ты, может быть, еще не в курсе, но тот, за кого ты борешься, тебя предал. Давайте не будем поступать, полагаясь на наше русское авось. Нет! Тьфу-тьфу-тьфу! Через левое плечо! Это было слишком легко! Переступи обратно! Что? Вы что, еще не умерли? Скрещенные пальцы! Кажется, я знаю, как уничтожить суеверия раз и навсегда. Нужно просто положить на них болт! Нет! Прямой эфир через 3, 2, 1. Дорогие россияне,
Этот год выдался непростым, как и предыдущие. Но я столько раз вам помогал за эти годы. Благодаря мне асфальт кладут, когда выпадет снег. Благодаря мне носки с дыркой — это все равно носки. Благодаря мне многие из вас в принципе появились на свет. Но, как говорил мой учитель, я устал, я ухожу. Попробуйте прожить хотя бы один год без авося. Авось прокатит. Мы еще вернемся. И только попробуйте сказать, что Лобода не фонтан. Ходят слухи, что нельзя выиграть высшую лигу с первого раза. Это все суеверие, ребята! Сибирский характер! Послушайте, ребята, но ведь мы же смогли с первого раза стать чемпионами. Ну не знаю, я вот не верю, что вот так можно появиться и резко выиграть в первый год. Это ты Путину расскажи. Это, кстати, мы им придумали. Ну что, вы песню выучили? Да! Ну тогда погнали! Хотим от суеверий мы всю страну избавить. Но есть одна примета, что на чуть-чуть хотим оставить. Загадаю я желание между двух кость, чтобы выбрали чемпиона не на авось. Таких разных людей снова собрала игра КВН. Заключаясь в связь поколений, заключая в них связь поколений. И пора бы, когда у любимой игры юбилей, отказаться от всех суеверий, отказаться от всех суеверий. Копчо! Копчо! На Новый год, как правило, все отдыхают. Но есть люди, которые в новогоднюю ночь работают. Итак, дальнобойщики. С Новым годом! С Новым годом! Включи магнитофон лучше. Когда мы в клубе чипсы танцуют, пусть город знает. Что это? Ты другие диски не взял? Я забыл. Забыл. Сейчас 12 тысяч километров под Тимати ехать. Это дорога в два раза длиннее получается. Все-таки какая огромная страна Россия, да? Да. Как бы после этой фразы диск Любе подошел, а не Тимати. Смотри, снег пошел! Тяжело без Лобового, да? Да. Колесо спустило. Ну, наконец-то, ровно поедем. Теперь все спущены. Менты. Сержант ГИБДД Дьяконов. Сержант, а что это вы в новогоднюю ночь работаете, а? В прошлую хорошо отдохнул. Вы почему без номеров ездите? А зачем? Я их наизусть помню. Чего везете? Спирт. Врачи, что ли? Да, конечно, врачи. Скальпель. Вот.
Счастливой дороги. Послушай, ты не знаешь, от Волги до Енисея сколько километров? Ну забыл я диск «Любэ дома», теперь ты мне это всю дорогу напоминать будешь. Вон, Тимати, слушай, чем тебя не любэ? Мне мама не разрешает Тимати слушать. Тебе 43 года, а ты все мама не разрешает. Мама не разрешает все возрасты покорные. Вот это по-мужски! О, смотри, Ламборджини. Мужчина! Человек! Господин! Есть диск послушать какой-нибудь? На, возьми. Спасибо! Я говорю спасибо! Давай включим. Давай. Когда мы в клубе чипсы танцуют, в город знает, вот не везет так, не везет, а. Да. О, смотри, знакомый участок дороги. Да, я его вообще наизусть знаю. Я посплю пока. Эх, Давид, Давид, почему ты спишь? Ведь ты же за рулем. Как тебе не стыдно? Да. Приснится же такое, не буду спать. Тогда я посплю. Поспи, конечно. Эх, воробей, воробей, почему ты спишь? Ведь твой напарник работает. Как тебе не стыдно? Не буду спать. У нас сигареты есть еще? 2,5 блока. До утра должно хватить. Может быть, да. Эх, Юлий Соломонович, Юлий Соломонович. Вот, смотри! Останови-ка, останови! Добрый вечер, мадам! Привет, ребят! Отдохнуть не желаете? Желаем! Сколько? 200 рублей в час. Отлично! С другой стороны сядь! Мы тогда поспим пока, да? Ребята, час прошел, продлевать будете? Да, конечно. Ага. Ну все, ребята, я дальше не могу. Не моя территория. Спасибо. Ага. Это было великолепно. Оставь. С 8 марта. Ой, спасибо. Что за шум? Наверное, из фуры. Из фуры? А ну останови. Открой. Короче, я все загрузил, езжайте! Как-то забыли про него. Почему у тебя две головы? С 1 апреля! Что-то очень долго едем уже, а? Может, дорогу у кого спросим? Давай. Отец! До Москвы далеко! Наверное, не слышит, надо поближе подойти. О, Александр Васильевич, здравствуйте. Как нас судьба пораскидала, да? Я вот на КамАЗе работаю, вы елки продаете. А взгляд тот же. Чё говорит? Немного, говорит, осталось. 3 метра всего проехать и все. А давай это расстояние пройдем пешком. Давай. Самая главная игра сезона, а значит и самая яркая. Финал бой заметал
позади, жарко в груди. Время взрывать, все поменять, страсть показать, золото взять. Поздно не сможем больше мы скрыть от вас истинных желаний своих. Вот и время отменить запреты, мы пойдем на все ради победы. Светлана, да вы, оказывается, лобода, да? Светик, что за эпатаж? Ты вообще в курсе, что нас приехал поддержать глава Республики Татарстан? Конечно. А еще министр культуры, образования и юстиции Татарстана. Так, ладно, ребятушки, собрались. Сегодня на нас смотрит весь Татарстан. Мы ни в коем случае не должны опозориться. Здесь кто-то сказал Костя Бутуса! Ура! Ребята, новости слыхали? Пока Мипузову ругали, беду другую проморгали, и Галюстян запел. Хочу тебя любиться, вот так не говорится, в одежь надо учиться, из уха кровь сочится, уже пошел креститься. Костя! Михаил, не думал, что это скажу, но, пожалуйста, возвращайтесь в кино. Так. Костя, все, соберись. Это финал, серьезные соперники. Вон, борцы, например. Ой, да дрался я сейчас только что с ними в гримерке. Никакие они не борцы. Ногами меня били. Костя! Ладно, Татнефть, начинаем! У всех программ Первого канала в канун Нового года обязательно выходит новогодний выпуск. Не исключение и передача «Пусть говорят». Добрый вечер! Сегодня у нас в студии Дедушка Мороз и его внучка Снегурочка. И тема нашей программы – неполные семьи России. А расскажи, Снегурочка, как дела? Расскажи-ка, милая, где была твоя мать все это время? Да вы что? Нет у нее никакой матери. Встречайте, впервые на телевидении биологическая мама Снегурочки Марина Коновалова! Доченька, миленька, роднуленька, дай я тебя поцелую! Марина, ты чего приперлась? Я с доченькой хочу повидаться. Ты где все эти 20 лет была? Ну, я со своим сожителем Николаем в Москву приехала на заработки. Паспорт в снег уронила, его реагентами разъела. Да, что там разъела? Марина, не позорься! Папа, ты делаешь мне больно. Вы что, хотите, чтобы было как на Украине, а? А при чем здесь это? Я думал, эта фраза везде подходит, извините. Слово представителю органов опеки! Я лично считаю, что ребенка нужно вернуть матери! Николай? Коля, это ты? Это мой сожитель, блин! Мариночка! Ой, Коля, ты где был? Поклачу, дурак! Ну что за цирк, Снегурочка, пойдем отсюда! Я не пойду! Я хочу остаться с мамой. С Мариной Коноваловой? С этой алкоголичкой? Со мной? Счастье-то какое! Есть люди, которые очень много работают даже в канун Нового года. Итак, представьте, 31 декабря сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Дмитрия Нагиева. Слушай, может, разбудим его, а? А то уже второй час ждем, пока аккумулятор сядет. Дмитрий, просыпайтесь! А, что? Ты кто? С вами все в порядке? С нами все в порядке. А я один еду. Так вы что, пьяный? 1000. Вы нам взятку предлагаете? 1000 корпоративов у меня было за последние 3 дня. Так, из машины выходим! Да-да, сейчас, ребятки, очки надену и все, и сразу... Ну, что это? Дмитрий! Так, что у вас в прицепе? В каком прицепе?
Блин, говорил же на карту переводить. Вот не понимаю, зачем люди так много работы берут вообще? Да затем же, зачем и вы здесь 31 декабря на морозе стоите? Не могу от денег отказаться. Так давай в отделение его! Да, подожди, подожди, ребятишки, может это, чик-чирик, договоримся. Иди машину посмотри. Понял. Другое дело, праздник. Ну вы столько. Хрена себе, у тебя тарифище! А хлебалище не треснище, а? Так вы что себе позволяете, а? Слышь, у него тут на панели фотографии Эрнста. Руки убрал, у каждого свои иконки. И ты тоже, ну хватит меня теребонькать, а. Так все, давай его на 15 суток забираем. Да откуда у вас такие деньги, с ума сошли? Так все. Подожди, ладно, сейчас пойду. Дай куртку надену. Или это шапка? Блин, я запутался. Так, все, пошлите. Ого! Кость, ты меня не бросил, я тебя не брошу. Новогодний эфир Первого канала смотрит очень много людей. Но есть одна программа, которую не смотрит никто. Это выпуск новостей 1 января в 6 утра. Внимание на экран. Доброе утро. На часах ровно 6:00. В студии я, Максим, вытащил короткую спичку Шарафутдинов. Хочется процитировать гимн КВН. Для кого, для чего? Но мы начинаем наш выпуск. Сергей Семенович Собянин сегодня торжественно открыл холодильник, выпил минералку и похорошел при самом себе. В Саранске приземлилась летающая тарелка. Лионель Месси перешел в казанский Акбарс. Я могу говорить, что хочу. Меня все равно никто не смотрит. На некоторых каналах так круглый год делают. Чрезвычайное происшествие. Магазин разливного пива в Мытищах начал работу уже в 5 утра. Первыми на место прибыли оперативники. Владимир Путин выступил с новогодней речью 6 часов и 2 минуты назад. Такая вот новость. И, как мне подсказывают мои коллеги, нужно говорить чуть потише, а то башка раскалывается. На всю Россию сейчас 2 трезвых человека. Как прокомментировали сами ребята, не-не, спасибо, мы лучше пораньше спать ляжем. Конец цитаты. Далее на Первом канале тупо дофига мультиков. Валер, Валер, не спим, не спим. На этом пока все. В студии был Максим В общем, увидимся завтра. Хотя кого я обманываю? До встречи 8 января. Вы знаете, сегодня сбылась наша мечта. Мы играем в финале высшей лиги в Крокус-Сити-Холле. Но мы считаем, что сегодня должны сбываться мечты не только КВНщиков. Ребята, заводите Доминика Джокера. Доминик, вы готовы? Сейчас исполнится то, о чем вы так давно мечтали. Вы вернете меня в 2003-й? Ребята, развяжите ему глаза. Сейчас еще один Джокер с ума сойдет. Я вам... Это что? Крокус? Так вот он какой изнутри. А я его с МКАДа видел просто. А сколько их здесь? 6000 человек. 6000? Не считайте, это правда, Доминик, не считайте. Знаете, у нас для вас сюрприз. Сейчас с этой сцены вы можете спеть свою песню. Свою? Могу? Да ну. Волнуйся. Если ты со мной, я могу дышать. Если ты со мной, жива моя душа. Каждый новый для тебя открой. Как я долго этого ждал. Спасибо вам, братуль. Спасибо. Спасибо, родные мои. Спасибо. Друзья, для вас пел Александр Бреславский. Это кто? Доминик, это вы. Доминик, спасибо огромное. На самом деле, мало какой артист в наше время обладает таким уровнем самоиронии. А сейчас на Первом канале вы можете прорекламировать свой ближайший концерт. Пожалуйста.
Крокус, с вами было круто! Может быть, альбом выходит, нет? Я поздравляю всех с наступающим Новым годом! Может быть, песня новая? И Рождеством! Чем это был Доминик Джокер? Сборная «Татнефти». Мечты должны сбываться. Ну что, год 2012, третий финал. Команда КВН «Триот Идиот», добрый вечер. Друзья, за это время вы для нас стали одной большой семьей. Александр Васильевич для нас как отец. Макаревич – мать. Почему? Ну, хорошо готовит. Михаил Ефремов как старшая сестра. Каждый раз, как его вижу, новая прическа. Константин Львович – отец. Подожди, а почему у нас два отца? А это пусть мать объяснит, что у нашей команды два отца. Я извиняюсь. Скороход, ты где елку срубил? Что сразу срубил? Мне подарили. А нафига топор? Без топора не отдавали. И вообще, я предлагаю в финале немного пошалить. Ты в своем уме посмотри, кто в жюри. Вон Юлий Соломонович, взрослый, солидный человек. Этот взрослый, солидный человек может Берлускони фору дать. Может, может. Ты понимаешь, что мы третий финал играем? Вот именно. Ваша проблема в том, что вы играете, а надо выигрывать. Согласен, давайте начинаем! Принято вспоминать все самое хорошее, поэтому давайте вспомним нашу старую добрую знакомую на рынке. Подходим, покупаем, возьми сеть на Новый год, натолкай свой пищевод. Барышня! А, ириска. Блин, с пломбой вышла. О, рыхлый, а возьми телятину невнимательную. А что это она невнимательная? Ее вчера фура сбила. Нет, не надо. У тебя ребенок есть? Есть. Возьми ему. О, спасибо. А что, мне бычьего глаза жалко. Подходим, покупаем, пупки, потроха, ливер, все свежее. Здрасте, женщина, мне что-нибудь на новогоднюю... Подождите, это что, Новый год? Нет, это директор рынка об контейнер бьют, он аренду поднял. Здрасте, тетенька, а можно мне бутылочку шампанского? Прыщавый, тебе сколько лет? 16. Ну не я, так другая овца продаст. Держи. Подходим. С 1 декабря у многих студентов далеко не праздничное настроение, потому что им приходится сдавать экзамены. Итак, давайте представим Смоленская медицинская академия. Следующий! Здравствуйте! Это вам с Новым годом! Зачем нам пустой пакет? Молодой человек, я вас не знаю, вы вообще кто? А вот так? А, скороход! Ну что, начнем экзамен. Первый вопрос — функции крови. А, функция крови. А, кровь нужна человеку, чтобы зарабатывать от 5 до 10 тысяч рублей в месяц. Так хватит! Второй вопрос, разворачивайте доску. Да, конечно. Анатомия человека. Так, где находится аппендикс? Мне его вырезали, где он сейчас, я не знаю. Понятно. Берем желудок. Это мы не берем, а включаем. Берем желудок. Где находится желудок? Так, господи, куда поступает еда? Куда она идет дальше?
Да господи, где промежуточный вариант? Так, берем сердце. Где находится у человека сердце? А это мужчина или женщина? А что, есть разница? Просто у женщин нет сердца. Так идите вон! Допустим. Покажите язык. Да вот здесь покажите язык! Господи, ты боже мой. Берем печень. Печень ставим на место. Холодно? Еще холоднее? Вообще заморозки? А я смотрю, вы не улавливаете суть игры. Да уберите вы язык! Где почки у человека находятся? Вы не помните, где находится у человека? Давайте вспомним, где же они могут быть. И вот так у вас располагаются почки? Берем легкое. Берем второе легкое. Да, скороход, их два у человека. Вы могли хотя бы какую-то шпаргалку сделать, я не знаю. Вот отсюда, идиот! А под Новый год принято передавать дела. Итак, представьте, год уходящий, 2012-й, передает дела новому 2013-му году. Здрасте! А, 2013-й? Да, я пришел у вас дела принять. Ну, заходи. Значит, смотри, Шойгу больше двух должностей в год не давай. Я его и так загонял, неудобно перед человеком. С чего начать вообще планируешь? А, ну, я хочу понизить ставку по ипотеке и повысить пенсии. Узнаю себя молодого. А вот дела, которые я не закончил. Олимпиада в Сочи, третий фильм Гусмана, пробки, стадион «Зенит». По стадиону «Зенит» все просто. Миллиард накидываешь, меняешь прораба, передаешь 2014 году. Все понял? Да. И последнее дело, оно мне еще от 11 года досталось. А ему от 10, а ему от 9. А что за дело? Дело команды КВН «Триот Идиот». О! Не-не, так или иначе, я его сам закрою. Друзья! Очень скоро всех нас будет поздравлять с Новым годом президент Владимир Путин. А так как он не делал этого уже 4 года, то помогать ему в этом будет Дмитрий Медведев. Уважаемые граждане России. Уважаемые граждане России. Дорогие друзья. Дорогие друзья. Через несколько мгновений. Через несколько минут. Мгновений. Сегодня мы встречаем Новый год. Мы уже увереннее смотрим в будущее. Да. Мы существенно расширяем горизонты наших планов. Да. И наш долг – создать великую страну. Удачи! С Новым годом! Да. Друзья, совсем скоро Новый год. Поэтому мы желаем, чтобы вы все собрались за большими новогодними столами, чтобы там на них была там и корочка такая красная, вкусная, чтобы там грибочки маринованные такие, знаете, с лучком, чтобы курочка такая с корочкой. Жигуль, ты шо, плачешь? Нет, слюна из глаз пошла. С Новым годом! Только благодаря КВНу возможно перемещение во времени. Итак, 2061 год. Станция спортивная готовится к встрече Нового года. Ох, тяжеловато, конечно. Игорьч, слушай, а это хорошая у нас традиция каждый год в пансионате собираться. Я тебе так скажу. Это раньше была традиция, сейчас это уже необходимость. О, Николаич,
Здорово! Здорово! Привет! Че такой грустный? Да что-то мне кажется, я скоро это... того. Ваня, откуда мысли-то такие? Да что-то внук в последнее время стал часто заезжать. Вот тапки! Что-то я еще хотел. А, тапки принеси. Слушай, Игоревич, ты когда вот так наклоняешься, тебе защемляет, что потом выпрямиться не можешь? Нет. Нафиг показывал, а? Иди помогу. О, спасибо. Нафиг помогал. Привет, пенсионеры! Ладно, детка, увидимся. Это ж такой труд с молодой-то жить, а? Ага, ты это Деброву скажи. Вот тапки! Чё-то я еще хотел. А, у кого-нибудь зарядка тоненькая для Nokia есть? Ты чё, это ж прошлый век! Прошлый, не прошлый, а сердечко подзарядить надо. На тумбе возьми. Слушайте, мужики, ну чё, как праздновать-то будем? Ну, как обычно, ты бери шампанское, ты скорую вызывай. А ты телевизор включай. Зачем? Там же КВН. И что? Наши внуки в финале играют. О, пойдем посмотрим. Дорогие друзья, вас приветствует команда КВН станция «Спортивная 3». 100-летний юбилей КВН, и мы начинаем наше музыкальное домашнее задание. В 2011 году очень популярна была танцевальная группа «Зе Казаки». Итак, представьте, группа «Зе Казаки» 50 лет спустя. Это у меня. А, вот вы так здорово танцуете. А можете еще раз танцевать? Давайте лучше поговорим. Скажите, как вам удалось сохранить такие прекрасные тела? Бассейн, фитнес, бег. А с лицом что? Коньяк, сигареты, женщины. Скажите, а у вас вот этот крайний другой же был? А он ушел от нас. В другой коллектив? Можно и так сказать. Скажите, а вам когда-нибудь предлагали быть рекламным лицом какой-нибудь компании? Лицом нет. У нас в гостях была группа «Зе Казаки». Дорогие друзья, в 2011 году был принят указ о расширении Москвы. Так сказать, официально признали, что Москва резиновая. Итак, гимн Москвы, 2061 год. Через войны, пожары, века увеличилась наша Москва. Прямо сразу за МКАДом теперь начинается пригород Тверь. Снова в пробках шестое кольцо. Таганрог, Красноярск, Волгоград. Только я быстро мчусь на метро мимо Выхина в Калининград. Сараз, звонят колокола, Ижевск, теперь уже Москва. Зажрался батюшка Ростов и не резиновый Тамбов. Еще 15 лет пройдет, Курилов пробки дорастут. И да, Японии дойдет, столицу им не отдадут. Москва, звонят колокола. Дорогие друзья, в будущем может произойти все, что угодно. Итак, обычная московская семья. Дорогой, хочешь борщ? Конечно, родненькая. В эфире экстренный выпуск новостей. Предсказания индейцев майя оправдались. Завтра конец света. Дорогой, заткнись!
Алло, Марина, я скоро буду. Ты кому звонишь? Любовнице, я тебе всегда изменял. Стой! А можно с вами? Что ж ты молчала-то, а? Папа, мама! Сын! Я курю и ругаюсь матом! Молодец! Не теряй времени, ищи баб! Бабы! Бабы! Алексей Юрьевич! Алексей Юрьевич, вы хоть мой директор, но вы сволочь! Я тебе еще и зарплату повышаю с завтрашнего дня. Сволочь! Стойте, стойте, стойте! Возьмите, возьмите! На, возьми, возьми, возьми! Ты. Да подожди, подожди! Зачем ты это делаешь? Я в рай хочу! На, возьми! Зятек, ты че приехал? Лично хочу посмотреть. Маша, иди сюда! Я тебя бросаю, потому что ты тупая курица и не интересуешься тем, что происходит в мире. Дорогой, а почему ты со мной так разговариваешь? Разве что-то случилось? Ну ты тупая, а? Александр Васильевич, а можно я к жюри пойду? Да что я вас спрашиваю-то, а? Не будет! Ой-ой-ой! Как неудобно получилось перед Эрнстом. Константин Иванович, вы просто меня не дослушали. В смысле, я не договорил. Лень, по-братски сейчас вообще не до воды. Я чё кричал-то? MTV. Я имел в виду, мы тобой восхищаемся. Мощное телевидение возглавляешь. Можно теперь валить? Дима, иди сюда. Дорогие друзья, все вы прекрасно понимаете, что это были наши фантазии. И очень здорово, что благодаря КВН мы можем побывать в старости, в молодости, извиниться. Костя Львович, извините. Александр Васильевич, извините. Лень, с меня ящик воды. Но было бы здорово, конечно, еще и узнать о будущем. Димон, ну это же КВН. Конечно же, это возможно. Серьезно? Пойдем. Включай! Привет! Привет вам из 2061 года! А дайте какой-нибудь совет! Куришь? Да! Не бросай курить! И пить не бросай! Это хорошо, что мы с ними связались! О, привет! Привет, ребят! О, замечательно выглядите! Замечательно! Меняйте телефон! Удачи! Ну что, хотите узнать, кто стал чемпионом в 2011 году? Нет. Димон, почему нет? Да потому что самое главное я уже узнал. Что именно? Мы прожили столько лет и остались друзьями. Димон. Друзья, и вы все для нас друзья навсегда. Кто-то скажет, это твой гаи.
Вашему вниманию представляется выступление в исполнении создателей таких хитов, как «Хоп, хей, ла-ла-лей, доллар 60 рублей», а также «Хоп, хей, ла-ла-лей, уже 70 рублей». Вокальный ансамбль сильных личностей, сокращенно «Василич». Союз, смотрим. Настоящий член жюри свеж, как Эрт, гармаш и бейдж. В их кармане всегда есть кэш. О, Эрт, гармаш и бейдж. Тяжело зарифмовать лишь Якубовича, Якубовича. Так, остановись. Якубовича. Друзья, что вы опять устраиваете? Это финал. Самая важная игра сезона. Фу, ты думал, штаны забыл надеть. Так, Александр, я вам напоминаю, до Нового года осталось 10 дней. Мы должны показать хоть что-то новогоднее. Ну, у меня есть новогодняя песенка. Витя, объявите его. Поет татарский Фредди Меркьюри. Вообще-то нас это не приветствует. Так, Айдар, пойте уже. Любовь на дне бухгалтера была в одном бюстгальтере. И видео попало на YouTube. Так сын узнал о матери. Так, Айдар! И где здесь про Новый год? Ну так ирония судьбы. Так, Айдар! Ладно, зайдем с другой стороны. Нам нужно что-то актуальное и веселое. Сейчас все актуальное и не очень веселое. Тогда спойте такую песню, чтобы в ней не было ни слова ни о политике, ни об экономике, ни о рубле. Легко! Тро-ла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 . Тро-ла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 . Рубль! Так, Артем! Простите, сорвался. Артем, вы что, идиот? Я вообще-то вырос в семье учителей. Неправда, в семье учителей не бывает таких толстых детей. Ребята, не ссорьтесь, все-таки финальная игра сезона. Лёнечка, может быть, в честь такого события нам уже пора зарегистрировать наши отношения? В ЗАГСе? Ну, для начала на видеокамеру. Так, Айдар, вы слишком пафосный для татарина. Это Тимати слишком пафосный для татарина. Витя! Лёля, прошу, спойте нам что-нибудь. Девочка красивая в городе жила. Татуировку надо на копчик нанесла. Гамбургеры ела, стал расти жирок. Стала расширяться НАТО на восток. Так, Лёля. Вы можете сделать хоть что-то достойное ради финала? Ночь и тишина, данная навек. Дождь, а может быть, падает снег. Все равно бесконечно надеждой согрет. Алло! Я сейчас не могу говорить, что-то достойное надо сделать. Так, Александр, ну-ка быстро уходите и переоденьтесь. Кириллюля, дай мне еще один шанс, я все исправлю. Витя, объявите его. А что это Витя все время объявляет? Хорошо, пусть объявит Лёля. А что это она никогда не объявляла, а сейчас вдруг объявляет? Ладно, объявите вы. А что это вы из меня крайнего делаете? Так объявите уже хоть кто-нибудь. Поет Айдар Гараев. Десять лет отучившись в школе, получая одни пятерки, не встречалась девчонка с парнями,
как другие плохие девчонки. На выпускном ее убедили, бокал вина не влияет сильно. На выпускной уходила Настя, а вернулась Анастасия. Айдар, хватит! Айдар, когда вы уже повзрослеете? А я уже повзрослел. Кто вам это сказал? Анастасия! Айдар, хватит! Я... Друзья, вы можете показать хоть один адекватный номер? Ну, у меня есть номерок. Кто его придумал? Мы. Кто мы? Я и коньяк. Так, Витя, показывайте. Мало кто знает, что раньше в группе Иванушки вместо рыженького был тупенький. Снегири, герои, погляди. Где? Что-нибудь видишь, нет? Словно капля крови на груди. Ты что, угораешь, что ли, над нами? Все довольно. Друзья, вы можете показывать хоть что-то, кроме своих дурацких песен? Конечно, у нас есть фокус. Друзья, я не знаю, что с вами делать. Что делать? Снимать штаны и бегать. Так, Александр, хватит. Где Айдар? Там это... секс. Чего только не сделаешь ради костюмов. Так, друзья, вам по 30 лет. Вы впервые в жизни дошли до финала высшей лиги КВН. А творите на сцене черт знает что. Друзья, это, возможно, ваш последний шанс стать чемпионами. Просто задумайтесь, что вы делаете. Просто задумайтесь. Просто встаньте и подумайте. Хотя бы одну минуту. Слышали, что он сказал? У нас есть ровно одна минута. Поехали. Расскажи, Снегурочка, где была? Расскажи-ка, милая, как дела? У тебя зрачков нету, Дед Мороз, и глаза краснючие, как твой нос. А ну-ка, давай-ка, меня не пали! Нет, Дед Мороз! Кого? Нет, Дед Мороз! Еще? Да нет, Дед Мороз! Есть попить! Так довольно! Друзья, это финальная игра. Все, последняя. Че, КВН опять закрывать? Так все, хватит. Дорогие друзья, что хотелось бы сказать в конце. Нам абсолютно не важно, как закончится игра, что нам поставит жюри и станем ли мы сегодня чемпионами. Нам просто нужно получить максимальное удовольствие от игры. А это зависит от того, как сложится сегодняшняя игра, какие оценки нам сегодня поставит жюри и станем ли мы чемпионами сезона. Снова снег рисует мне на застуженном огне. За сезон мы говорим спасибо. Спасибо! Полвека КВН живет, а где-то в Лондоне поет ровесница его, Мадонна. Новый год для борца. Это пора начинать музыкальный фристайл. А то сидите, ждете. Смотрим. Давай, теперь ты рассказывай нам стишок. Иначе заставим тебя съесть все конфеты из мешка. Но в меня столько не влезет. Ты же Дед Мороз. Мы в тебя верим! Ребят, ну что вы делаете? Новый год — это ведь добрый праздник! Ты прав, олень в костюме.
Дед Мороз, ты извини, мы немножко перегнули палку. Кстати, отдай ему. Ну, спасибо. Ну что, ребят, тогда дружно позовем Снегурочку. 3, 4. Иди сюда. А ты куда пошел? Иди сюда. Ладно, что это у вас на костюмы? Лев, заяц, а ты кто? Анаконда? Удав? Питон? А кто? Змея. Ладно, новогодний фристайл показали. Теперь время показать музыкальный фристайл. О, я там за кулисами видел, что другие команды звезд приглашают. Я тебе сколько раз говорил, мы спортсмены, выступаем без допинга. Поэтому встречайте, Торники к Татьяне. Торники! Бегу, бегу! Только не забывай, это музыкальный фристайл. Я бегу, 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 бегу. Да все, хватит. А спой хорошую песню. Какую? Не будь. Как-то вернулся я с тренировки. Жена очень робко глаза отвела. Она мне сказала, что нашего сына на бальные танцы она отдала. О, горе, горе, на бальные танцы отдали на танцы сына борца. Как же могли вы испортить мужчину? Он страстным танго позорит отца. Ладно, позовете, когда золотые медали давать будут. А если не будут давать? Тем более позовете. Вот, хотя бы один талантливый борец. Вообще-то мы тоже что-то умеем. Когда уйдем из КВН, будем работать по специальности. Я пожарным. Я учителем. Я хирургом. Александр Васильевич, им нельзя уходить из КВН. А я стану президентом. Кем? Президентом. А чё, если у одного дзюдоиста получилось, то и у другого борца получится. Внимание на экран. Этот год был сложным для нас, поэтому следующий год мы проведем в более легкой весовой категории. Сейчас мы все с волнением ждем долгожданный бой курантов с Хабибом Нурмагомедовым. Если мы в этом году не выиграем, то в следующем году попробуем. Следующий год – год свиньи. Мы там ничего пробовать не будем. Отдельно хотелось бы поблагодарить всех россиян. А именно... Короче, с наступающим Новым годом. Подожди, рано! Дом. Вот сейчас. Включай! На самом деле, сегодня очень важная игра. Ведь КВН для нас как тренировка. А любая тренировка для борца заканчивается в раздевалке. Да, как-то непривычно. Уходить из КВН? Нет, переодеваться на глазах у 6000 зрителей.
Кстати, Саша, ты извини, что мы все время издевались над тобой, унижали, говорили всякие гадости. Да ладно, ребят, я ж понимаю, что... Заткнись и не перебивай. А помните, как мы играли такие в КВН и играли, и вот такие в раздевалке, и вот... Да, есть что вспомнить. Ладно, пришло время прощаться с КВН. Пойдем. Может, к Александру Васильевичу подойдешь? Не надо, я сам подойду. А что такая музыка грустная? Давайте что-нибудь повеселее, праздник же! Александр Васильевич, я что, подошел? Мы посмотрели весь КВН. В общем, мы самая сильная команда клуба. Может, и не самая смешная, но самая сильная команда клуба. Поэтому мы долго думали, уходить из КВН остальным командам или нет. Ну вот наш путь в чемпионском сезоне подошел к концу. А чемпионским он был или да? Скоро узнаем. Александр Васильевич, как сказал бы наш тренер по вольной борьбе, нормально потренировались. Ребята, у меня хорошие новости. Все, я завязал с борьбой. Теперь я с вами в КВН буду играть. До самого конца. Ты как раз вовремя. Давай, Амин. Вот пришла пора прощаться. Ты, зритель, был для нас родной. Хотели бы еще остаться, но семьи нас зовут домой. Прощайте, зритель, из балкона. Прощай, партер, прощай, жюри. Для вас с любовью два сезона. Команда «Плюшки из Твери». Ну а для вас выступали борцы. Спасибо за сезон. Пожалуйста, за сезон. Ни для кого не секрет, что скоро в Олимпийскую деревню съедутся лучшие спортсмены со всего мира, а обслуживать их будут лучшие специалисты со всей России. Итак, декабрь, 2013 год, Камызякская больница. Здорово жить! Так, Алапицы. Вот Елена Малышева, смотри, какая молодец! Да. Молодец! Как она все это придумывает, интересно? Фантазерша! Ты посмотри, вышла в костюме печени, вылила на себя бутылку коньяка и увеличилась. И сразу всем все понятно, пить вредно. Давай новости посмотрим. За здоровьем олимпийцев, а также гостей Олимпиады в Сочи будут следить лучшие российские врачи, которых лично отберет президент Олимпийского комитета России Жуков. Вот, ты слышал? Все, в Сочи еду. Жуков приедет. Нашли, кому доверить. Главное, пел, крошка моя. Теперь что? Главный по Олимпиаде, что ли? Это другой Жуков, не из руки вверх. Это Жуков, который в Москве. Памятник, что ли? Не тупи! Жуков! Главный по Олимпиаде. Здоров! Не могу. Не могу так работать. Хожу с пустым чемоданом. Ни лекарств, нифига. Я ж даже вместо уколов людей просто за попу щипаю. А это что за чемодан? А мы не на Красной площади, чтобы такие вопросы задавать, понятно? А что ты буксуешь, блин? Что буксуешь? Азамат Тахирович, между прочим, скоро в Сочи на Олимпиаду поедет, лучший врач. Тихо, ну не решено же еще. Жуков приедет, пригласит лично, тогда уже все. Из руки вверх, что ли?
Ты еще скажи, памятник тупица. Что ты сказал? Че? Фонендоскоп через плечо. Все, хватит вам. Ну вот такой путаницы не было, Мухамбаев. Иди распечатай фотографию Жукова и раздай всем в больнице. Понял? Все, давай. Ну? И какого пенициллина ты лучший врач? А что, ты что ли? Допустим. А еще я знаю, что ты бахилы воруешь и продаешь. О, да, вот это разоблачение. Разоблачение века. Ты прямо сейчас Сердюкова в медицине накрыл. Тоже мне, блин. Так, подожди, подожди. Алло, скорая. Диктуйте адрес. Все, выбегаю. Давай. Давай. Азамат Такирович, я так подумал, большому человеку большая фотография. Молодец, молодец. Вот теперь иди отсюда, мне порепетировать приезд надо. Так, больной, встаньте, теперь идите. Да, вот вы можете ходить. Теперь впредь аккуратнее занимайтесь олимпийскими зимними видами спорта. Да. А кто это кашляет? Сейчас быстренько вылечу. Здравствуйте, кто к нам пожаловал? Александр Дмитриевич, здравствуйте. Скажите, а у вас церемония открытия Олимпиады утверждена уже? Просто идейка имеется? Конечно, расскажу. Значит, смотрите, все начинается 14 минут 9, ну типа 20:14. В общем, стадион, играет музыка, и из земли начинают прорастать березы, как символ России. Тысячи берез растут быстро. С берез начинает капать березовый сок. Кап, кап, кап. Капельки образуют ручейки. Ручейки образуются в реки. Выплывают 4 мощнейшие реки России. Волга, Енисей, Лена, Иртыш, Обь, Амур. Я 4 сказал, 6. В общем... В общем, все они сливаются в одну. Бьется фонтан, замерзает. Но это же зимняя Олимпиада. В общем... И тут наверху раскрывается кувшинка, на парапете стоит король российского футбола Андрей Сергеевич Аршавин и торжественно объявляет: «Олимпиада открыта!» Ну как? Спасибо. Ну, жена помогала еще, с кувшинкой вот эта вот жена помогла, честно говоря. А можно? Я занят. А я не к вам. Я тоже порепетировать. Здравствуйте. Я доктор Дорохов. Не рэпер. Я хочу, чтобы вы меня взяли в олимпийскую деревню. Тем более опыт работы в деревне у меня есть. И знаете, Азамат Тахирович ворует бахилы и продает. А что, теперь предательство будешь репетировать, что ли? А что? А что? Чего? Почему нет? Чего нет? Я извиняюсь. Можно я тоже репетну? Александр Дмитриевич, чай, кофе? Чай. И еще один вариантик. Александр Дмитриевич, чай, кофе? Кофе. И еще один вариант. А не будет больше никаких вариантов. Чай или кофе, кофе или чай. Что уж тебя на самом деле? Тихо. Алло. Все, приехал. Ой. Так, это спрячь. Значит, никаких тупых вопросов. Просто как взрослые, воспитанные люди. На себя, понятно? На себя давай посмотрим. Ты что, идиот, что ли? Ты понял, да? Повзрослеешь, чтобы все... Ты совсем, что ли, придурок, убери, говорю, ну. Все. Ну, с Гиппократом. Пошли. В машине сидит. Ну тогда с Богом. Крошка моя, я по тебе скучаю. Здравствуйте. Самый лучший врач. Чай, кофе. Давайте серьезнее. В общем, Александр Дмитриевич, вот выбирайте. Кто из нас самый лучший врач и кто поедет в Сочи? Но будьте внимательны. Мы стоим в цветах российского флага, поэтому нас разлучать нельзя. А если серьезно? А если серьезно, мы на самом деле очень хотим быть в вашей команде, потому что вы сегодня были в нашей команде. И нам еще наши деды говорили: там, где Жуков, там победа.
может случиться все, что угодно. Так и случилось. Алло! Ну что, попался, упырь? Алло! Упырь! Ты смотрел фильм «Телефонная будка»? Нет! Вот и не посмотришь! Это почему? Что происходит? Я слежу за тобой! Помнишь Липецк, 86-й год? Я тогда попросил тебя подарить мне пистолетик, а ты принес мне розового зайца! Слышишь, парень? Я опаздываю на кремлевскую елку. Без меня не могут начать, ты понимаешь или нет? Заткнись! Сегодня ты исполнишь все мои желания, ты понял? Что за бред? А, да-да-да, исполню, конечно, исполню. А чего вы не исполните? В это время, время в Кремле экстренное заседание Кабинета министров. Извините, что пришлось вас собрать прямо во время маскарада. Ситуацию вы знаете, пропал Дед Мороз. Звонили Великий Устюг? Звонили, вышел 3 дня назад. МВД? Ничего. А у нас нет денег на поиски. Сережа! Зайка моя! Ты же министр по чрезвычайным ситуациям! Ну можно было позвонить в Министерство финансов? Или Снежинка сама должна встать, прийти, туки-туки, Кощей, дай денег? А он нет, я в домике, да? По Министерству здравоохранения никаких новостей нет. Кощей, люди заплатили за билеты на елку по $600. Здесь депутаты, сенаторы, банкиры, все ждут. Это не важно. Главное, что ждут простые россияне. Кстати, разберитесь, откуда у простых россиян по $600. Ну и подведем итоги конкурса на лучший костюм. Есть предложение? Единогласно, ваш костюм молчаливого охранника, Владимир Владимирович, лучший. А сейчас тянем время, спасаем концерт! Докурил? Да. Души. Доставай 3-ю пачку. Я больше не могу. Будешь знать, как детей обманывать. А теперь лизни телефонный аппарат. Как? На улице -30! Быстро лизни! Теперь звони теще. Не надо! Звони! Алло! Зеленая? Нет, ты посмотри! Опять напился! Ты не зять! Ты упырь! Ты понимаешь это? Вы не понимаете! Говорила я Лене, не выходи за алкоголика! Так! Деда Мороза до сих пор нет. Нужно спасать концерт, нужно что-то оригинальное. Оригинального ничего нет. Ну, не знаю, тогда доброе, вечное. А, встречайте, Борис Моисеев и Людмила Гурченко. Здравствуйте. Ну, для начала давайте разберемся. Кто из вас Моисеев, а кто из вас Гурченко? Я Гурченко. Я Гурченко. Нет, я понимаю, что никто не хочет быть Моисеевым. Такой вопрос. Кто из вас снимался в фильме «Вокзал для двоих»? Хорошо. Кто целовался с Басилашвили? Кому понравилось? У вас тушь потекла. Ой, где? Здравствуйте, Борис. Выручайте! Я не буду отвечать за этот клип. В нашем творчестве никто не виноват, не виноват. Ты уехал со 100 грамм и сразу влип. А мне много и не надо, а на утро мы попали в хит-парад. Я не буду больше брать билеты с рук. В этом поезде никто не виноват, не виноват. С
рук. Ты уехал в Петербург, Петербург. А приехал в Ашхабад. Встречай, Туркменистан. Милиция! Милиция! О, милиция! Слышу, пыль! Если кто-то подойдет к будке, ему не поздоровится! Алло, Толик? Ты не мог бы подойти к телефонной будке возле твоего дома? Я бы тебе долг отдал. Судя по песне, это у нас хор турецкого. Народные артисты Израиля и оккупированных Израилем территорий. Ну что, можно задать вам несколько вопросов? А сколько именно? Не знаю, 7. 7 много, давайте 4. 5. Скажите, где вы выступаете? 5000. Что 5000? Ну где-то 5000, что мы выступаем? А, 5000 долларов. 5000 человек. Кто же на Новый год за 5 штук выступает? Мы же не Сиси Кэтч. Скажите, а что у вас в коллективе делает черный? У нас черный в коллективе что такое делает? Ой, черный. Ой, я черный, оказывается. Вы знаете, все делает. А не сделает, у нас будет другой черный. Ну, слава богу. Другого черного, согласен. У вас осталось два вопроса. Почему? Один. Один. Ну хорошо, вы нам что-нибудь исполните? Минуточку. I got the power! 6000. Что? Мы готовы. А, я вам, наверное, что-то должен за все выступление. Ну что вы такое говорите? Наверное. Конечно, должны. Борис Леонидович, кода. Весь шоу-бизнес лишь тем и живет, что выступает под Новый год по клубам на елках. Урожайная неделя 239 1001 звони. Ладно, упырь, последнее задание. Набирай номер. Ага. 246-15-18. А, теперь у меня есть твой номер. Ладно, выходи из будки и иди к жюри. А, иду. Быстрее! Иду. Подойди к тому, кто улыбается. А, подошел. Не все время улыбается, а именно сейчас. А. Подошел? Да. Скажи ему, что российский футбол отстой. Василий? Ну! Василий, вы комментируете лучше, чем они играют. Молодец! Ага. Обними Верника! Что? Да-д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 а. Обнял. Улыбнись. Отлично. Завтра в газете появится фотография. Верник и упырь. Пусть народ голову поломает. Пусть поломает. Молчи. Подойди к Эрнсту. Угу. Посмотри на него. Посмотрел? Угу. Видишь, какой он? Да. А ты упырь. Так, теперь иди к Ермольнику. Ага. Лизни его.
Леонид, вы самый лучший в мире актер. Лизнул? Да. Что дальше? Молодец. Ну что, ко всем подошел? А, Гусману еще не подходил. Не подходи ко мне, упырь! И к Гусману не подходи. А куда идти? Иди на сцену. Куда? Быстрее иди на сцену. А, на сцену, да. Иди, а? Иди быстрее, а быстрее, иди. Обними зайку с Новым годом. Ах ты упырище, упырище, с Новым годом. Судя по всему, наша команда в последний раз празднует Новый год на этой сцене. Но в 2012 году в Москве должна состояться Олимпиада. А это значит, что в 2032 году появится новая команда РУДН. С Новым годом! Acid trees are green, red roses too. I'll see them bloom for me and you. And I think to myself, bang, 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 bang. What a wonderful world. Yes, it is nice to be your. Чтобы нас окружал этот wonderful world. Знай, что наш РУДН, it's small, wonderful. А свою видеооткрытку мы нашли в капсуле времени, которую нам отправили советские студенты из прошлого. Смотрим. 3, 4. Привет Советскому Союзу! Привет, потомки! Наверное, вы сейчас нас смотрите откуда-то с Луны и ездите там на «Жигулях», ну, 6-й модели. Может быть, даже на 10-й модели. Да какой 10-й? Дай помечтать. 10-й. У вас в будущем там уже наверняка коммунизм. Да, у всех есть все. И рубли уже никому не нужны. Мы верим, что в будущем наша сборная команда по футболу сможет на равных соперничать с мировыми грандами, с Венгрией, Чехословакией, а может быть даже Польшей. А почему не помечтать? Этот яркий день мы надолго-надолго запомним с тобой. А сейчас мы празднуем Новый год с нашими китайскими товарищами. Товарищ Никао, Никао, товарищ Никао. Они приезжают к нам учиться экономике и производству. Конечно, сейчас они сильно отстают от Советского Союза, но мы им поможем, и у вас в будущем они, наверное, ну в первой двадцатке. Никао! Будет земля счастливой и молодой. Товарищ, товарищ, пожелайте что-нибудь нашим потомкам. Будущее! Ой, не знаю даже, что пожелать. Вот поделюсь радостью. К нам завезли новые миниатюрные компьютеры. Вы посмотрите на этот маленький блок питания. Ну, а что пожелать? Чтоб ученые побольше получали, а то получаем сейчас 200 рублей. Но уж в будущем 1500 точно будем получать. Будет земля счастливой и молодой. А сейчас за моей спиной современная молодежь вместо того, чтобы заниматься учебой, залипает в свои вот эти вот электронные штучки. Но вы-то, наверное, этим уже переболели. А закончить мы бы хотели шуткой
которую у нас сейчас нельзя говорить, но у вас в будущем, наверное, уже можно. Леонид Брежнев учился целоваться не на помидорах. У нас молодых третьи года. Сейчас набирают популярность такие приложения, с помощью которых можно вести онлайн-трансляцию в интернет откуда угодно и кому угодно. И надежды юношей питают, что это приложение поможет нам сегодня победить. Уважаемые зрители, внимание на экран. Ну что, работает? Начинаем! Ну что, вы готовы услышать самый крутой новогодний трек в мире, по нашему мнению? Тогда погнали! Всех нас ждет самый лучший Новый год всех нас ждет. Всех нас ждет самый лучший Новый год всех нас ждет. Всех нас ждет самый лучший Новый год всех нас ждет. Всех нас ждет самый лучший Новый год всех нас ждет. Всех нас ждет самый лучший Новый год всех нас ждет. Всех нас ждет самый лучший Новый год всех нас ждет. Всех нас ждет самый лучший Новый год. А теперь давайте покажем весь зал. Всех нас ждет самый лучший Новый год всех нас ждет. Всех нас ждет самый лучший Новый год всех нас ждет. Всех нас ждет самый лучший Новый год всех нас ждет. Всех нас ждет самый лучший Новый год всех нас ждет. А теперь покажем членам жюри Михаил Галустян. Самый лучший Новый год всех нас ждет. Всех нас ждет самый лучший Новый год всех нас ждет. Всех нас ждет самый лучший Новый год всех нас ждет. Идем далее, Семен! Всех нас ждет самый лучший Новый год всех нас ждет. Всех нас ждет самый лучший Новый год всех нас ждет. Всех нас ждет самый лучший Новый год всех нас ждет. Всех нас ждет самый. Идем далее, Валдис! Самый лучший Новый год всех нас ждет. Всех нас ждет самый лучший Новый год всех нас ждет. Теперь Алексей Ягудин! Самый лучший Новый год всех нас ждет. Всех нас ждет самый лучший Новый год всех нас ждет. Пелагея! Всех нас ждет самый лучший Новый год всех нас ждет. Всех нас ждет самый лучший Новый год всех нас ждет. И конечно же Юрий Гусман! Самый лучший Новый год всех нас ждет. Всех нас ждет, самый лучший Новый год всех нас ждет. Всех нас ждет, самый лучший Новый год всех нас ждет. Всех нас ждет, самый лучший Новый год всех нас ждет. Друзья, сейчас для нашей команды настал такой момент, когда нужно прощаться. Я сейчас разревусь, как девчонка. Друзья, действительно, просто хотелось бы сказать спасибо вам за эти два сезона. И спасибо зрителям, спасибо уважаемые члены жюри, спасибо Александру Васильевичу за то, что, в принципе, все это было возможно. Спасибо.
Команда КВН «Детективное агентство «Лунный свет». Мы по-прежнему еще и пироги печем.